Вы думаете, что вы меня унизите? Никогда в жизни. Потому что все вишни Аллах со мной. Аллах мне принял. Алхамдулилла, я стала мусульманкой, я радуюсь этим. Пишут, мне просто, опять же, просто каждый раз подключаются разные люди, которые не знают. Я еще раз повторяю, что, Аида, вот тут пишут, что ты со своими армянами, мол, по-другому говоришь. Мол, говоришь, что Карабах это не азербайджанский. Такое бывает. Ребята, я не двухличный человек, я свое мнение не меняю. Я всегда, никто не может меня заставлять, или хоть будет Айлаханум, хоть будет Кям, хоть президент Азербайджана, хоть Армении. Если я не захочу сказать, я этого не скажу. Я всегда говорила, Карабах это Азербайджан. Никто об этом не может меня заставлять. Это лично мое мнение, Карабах это Азербайджан. От того, что вы заходите сюда, гадости пишите, вы думаете, что вы меня унижаете этим? Нет, вы унижаете сами себя. Я как любила, так и люблю Азербайджан. Ты хороший вопрос затронула. Хотелось бы тебя вот так вот еще раз спросить. Завтра, если ты разойдешься со своим мужем азербайджанцем, не поменяешь ли ты свое мнение, что Карабах это Азербайджан? Нет, конечно. А при чем тут муж? Муж при чем? То есть ты ради Аллаха за справедливость? Ради Аллаха я за справедливость. Муж при чем? Сегодня он есть, завтра нету. Человек веру меняет не просто так. Я очень долго к этому шла. Очень долго. Ни один день, ни два, ни три. Я много лет шла к этому, я пришла к правильному решению. Алхамдулилла, я мусульманка. Аида, тебе такой вопрос задают здесь. А с чего это ты так любишь Азербайджан? Ребята, я не могу объяснить. Да, я начала дружить с азербайджанцами. Я вот полюбила этих людей. Я начала полюбить эту нацию. Вот сердце не прикажешь, понимаете? Вот я шла к исламу, да? Вот я полюбила ислам, Куран, Всевышнего Аллаха. Вот так и мне привело к этому нации. Я люблю азербайджанцев. Разве это преступление или грех?